Конечно, Чисто фанимся. гены зачем трогать это вообще? Ты выполняешь задание. Я? Я могу стоять на месте. Это грязь, ебать ее в сраку. Джек, где-то рядом, посмотри. Он за мной. А где ты? Где мы спавнили? Ты на втором сейчас или внизу? На первом. Угу. Игорь, я вообще не прилипаю к генам. Я тоже. Я хожу в шкафу и закрываю. И ты туда. Посмотри на иконку. Я вижу. Никакого прилипания гена. Не успею. Успел. Ломает. Ломает палету. А я вот там себя убиваю. И с ним. Егор? Что у вас происходит? Хуй тебя, понял, блядь. Мясник, Игорь. А не было? Это проверки на этого не было? На кого? На чё? А, пока нет. На детище? Но он за Игорем. На Гондураса? На кого, Ярик? Что хочет. Да на всё, кто там больше нравится. Мне мирный ман. А вам? Блять. Чуть себя не переиграл. Спасибо, спринт. Идите, че, да? Че? Блин, вот это я зря. Чего? Так, выхода нет, у него нету. Так, боже мой. Тогда значит, что делать надо? Мне текать. Йоу! А где Игорь? Я наверху. Ах, сука! Понял? Ай-яй-яй. Понял? Был бы дурак, не понял, а так дурак понял. Что? За мной бежит. Да лежи смирно, пожалуйста. Я лежу смирно, Ярик. Получаю удовольствие. А чё у этой, у подруги у нашей, чё за буст к скорости починки? Она как будто прям очень быстро чинит, нет? Блять, Ярик, не успеем. А, он её согнал. Она прям сука. Я не успею, а вот. Почему не успеть? Успейте. Тебя бы успеть снять ещё. Да я повешу пока. Крюк обычный, не секучий. Да. Секучий. Как вам? Блять. Я себе помопал. У него детище, что ли? Я понять не могу. Не, не знаю. Точнее. Уйди нафиг. Бля, подруга, ёб твою налево, сними. Что с ней? Да что ты въебенял где-то? Что с неё снять? Да не с неё снять, а меня с крюка. Ого! Эй, хуила рогатая, блядь. Что получает? Ну. Блин, успеть бы до Ярика. Да Игорь должен успеть, по идее. Да Игорь-то я успел. Не, Игорь. Блять. В эту ночь вообще ничего не видно. А, нет, ладно. Да не, у него по-любому детище. Что-то странное. Не, жопой просто. Либо мы совсем прям неправильно угол берем, либо детище. Однозначно нравится эта катка. Потрясающе. Да. Я даже не надеялся бежать. Потому что четвертый тиммейт совершенно не пытается работать в команде. Вот это как раз тот случай, когда прилипать к генам вредно.
Это вот то, о чем пишут обычно люди, когда ты прилипаешь к Генам и пропускаешь вообще весь движ. Не спасаешь, не снимаешь, вообще ничего. Вот сейчас, по идее, она должна снимать. Где она? Она сидит на Гене. Вплотную. Ладно. И в итоге она все равно умрет. Сейчас она какого-то хуя слезла. Какого хуя она слезла? Зачем? Ой, это мы зря, Кать. Потому что она вот меня чинила. Кать, Игорь, блядь. Да вот тоже. Просто потому, что она возле тебя чинила. Ну, слава богу, ты меня снимешь, подруга? Спасибо большое. А, она тебя все-таки снимать решит? Иди нахуй тогда. Да пропусти меня. Мемента ебаная. Ах ты пидор, блядь. Ненавижу эту карту пидорскую, блядь. Ну, карта, конечно, да. Максимально бестолково. Точнее, даже не так. Она нормальная, но она супер дисбалансная какая-то. Я вообще нихера не вижу в эту ночь. Угу. О, все. Нет, не все, ладно. У меня в коридоре нихера не видно. Вот, а давай мы тоже и не будем ее спасать. Тоже будем сидеть на Генах и вообще даже не подходить к ней. Есть одно но. Этот уебок сам придет. Мне кажется, норм тема будет, просто да, ее не уже спасать. Сам. Где она висит? Бля, как далеко. Там такой треугольник останется, ёб твою налево. Не плачься, Катя, вы все равно не доживете. Он у меня. Ой, я еще и взрываю, вообще молодец. Лучше вытекай. Она забрала Игорь и фонарик. Ключка. Ладно. Где, блядь, сундуки тут вообще? Я хуй сундуков видел, где? Подвались. На третьем этаже есть. Сейчас по следам придет. Да, по следам сейчас придет. Что он тут делает, блядь? Иди отсюда. Я уже там чинил. Где, в Мэйне? Да, он за мной бежит, за мной. Да, он за мной. Ха, я думаю, что он в Мэйне делает? Вообще от нет уж. Игорь, Игорь. Mm-hmm. Переключись на нее, вот она знает, где в сундуке. Бля, Ярик не доживает. Чуть-чуть не доживаешь, Ярик. Скажи, что он тебя не поднимает. Нет, я уже просил. Она хилится, сидит у нее Адрик. Бля, дура, пиздец. А, вот это. О, Адрик работал у меня. Отлично. Помог. Сука, блядь, найс. Чё она делает всю катку? Объясни мне, вот что она сейчас делает? Какой тотем она выпиливала? Ой. По-любому же пустой. Да. Сука, блядь. Так, у него, значит, эбонитовая, да, мемента? Да.
Она открывает ворота. Какие? Не. Какие? Ну, которые справа, если выходить от майна, выходить. Понял. Он у нее. Отлично. Нашел ее. Я буду ее продавать, я не буду ее спасать. Хуяса. Мансит прям. Ну пусть Мансит дальше. Бежит твоим, бежит. Ах ты, сушка, знаешь, да, где открыто? Нет, не бежит. Почему-то я решила не бежать. Странное. А он не за ней. Я первый раз выхожу в эти ворота. Первый раз. Что нужно делать на мейне? Скажите мне, пожалуйста. Ну пусть ищет люк. Чуть. А, надеюсь, пока он не придет. Да не, мне кажется, она делает правильно в плане, что она выжидает сейчас, на какие ворота он пойдет. Видишь, она пешком идет далеко. Он люк закрыл. Он люк закрыл. Спринт откатывает. А мы даже не знаем, есть ли он это. Я поэтому и вышла. Всё. Не, она успеет, успеет, успеет. Соснул. Кивает. Че ты там киваешь? Кивала. Да, где еще было? Я говорю как-то странно, потому что в какой-то момент, помнишь, Игорь, когда он тебя нес? Я же ему прям лицо светила, именно когда он тебя на плечо поднимал. Читалося.